В Ладейном поле прошел 7-й областной фестиваль русского народного творчества «Милые сердцу песни России». В нем приняли участие коллективы из Тосно, Бокситогорска, Сланцевского района, Гатчины, Сертолова, Тихвина, Кировска, Всеволожска, а также гости из Республики Карелия. Концертную программу открыла Наталья Чуланова, руководитель отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Ладейно-Польского района. Сегодня в зале присутствует практически вся география, представлена вся география Ленинградской области и наших соседей Республики Карелия. Это говорит о том, что наш особенный фестиваль, он действительно особенный, любим не только нами. Пусть фестиваль живет долго, пусть он развивается, пусть к нам приезжают каждый год наши долгожданные гости, а мы будем их искренне рады видеть. Итак, 16-й областной фестиваль русского народного творчества «Милые сердцу песни России» объявляется открытым. Зрители с благодарностью встречали каждое выступление и провожали артистов громкими аплодисментами. Ладейно-Польский район представили два сильных и известных в области и даже за ее пределами коллективы «Северные узоры» и «Мелодия».
все участники фестиваля получили дипломы, ну а главным подарком для всех стало хорошее настроение –